Сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на водителя такси в районном центре. Инцидент произошел 30 июля. Водитель такси, выполняя заказ, довез пассажира до пункта назначения, а вместо платы за поездку получил резаную рану в область шеи и лишился двух мобильных телефонов. Потерпевший сам вызвал скорую, но от госпитализации отказался. Он стал копошиться сзади, и потом я чувствую удар такой, все гудит, в голова, шея, думаю, что такое, понимаю, что он в шею мне что-то загнал, он, причем он еще и держит, что с ним руку туда сунуть, отодвигать его руку, а саму вылезать, все это одновременно. Вот я вылез, такой ошарашенный, он хватает два телефона с панели, выскакивает и бежит. Прибывшие на место происшествия полицейские составили со слов водителя портрет преступника и разослали всем дежурным постам ориентировку с его приметами. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, проверили лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности, а также проверили места возможного сбыта похищенного имущества. По горячим следам преступника удалось задержать. Им оказался ранее судимый 20-летний смолянин. В отношении подозреваемого отделом номер 1 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи Уголовного кодекса «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Полицейскими установлено, что молодой человек неоднократно заказывал такси и не оплачивал поездки, убегая от водителей. Он объяснил свои действия трудным материальным положением.